Всем привет, друзья! Всем привет! Мы выходной день с утра пораньше выбрались из дома. Ага. Алло, привет! Первый раз без детей. Там катаются, он на катамаранах. Да, на катамаране. Прикольно, кстати. Да, но у меня куры в этом. Все, довязала. Надо взяла пустышку. Что, где мы? Она похожа. В горячем ключе. Где-то. Да, мы здесь первый раз. Первый раз здесь. Скалы, да? Шатается как будто, да? Шатается. А я не могу, что у меня за голова, на нем голова кружится. Мост шатается. Да, Риша. А смотри, прозрачная, да, речка? Да. Водичка чистая. Мясо. Мясо, мясо. Там рыба, там рыба. А рыбаков нет еще. Можно прямо отсюда. Нет, у меня вот такой более... Я хочу бутерброд. Сидишь?
В машине можно взять с собой. Вот ты понимаешь, как сюда? Надо же перебарывать себя, да, Вот тут на санках. И без санок можно. Скала спасения. Внизу дорожки. Красота. Тут, кстати, теплее, чем у нас, да? Здесь прямо тепло. Тут тропинки, конечно, бордюры есть по реплике, так называемые. О. Да, сейчас вот все. Вот вы наверное зайдете. Тут прямо вырубано. Я думаю, что это за дерево с узором лежит наверху. Это не наверху, это его корень. Я думал, это искусственный узор, друзья. А это просто упало дерево. Труба какая-то. Интересно, что это было. А вот так можно. Куда идем? Туда?
интересно, друзья, все куда-то идут. Вот, причем никто не знает, куда он идет. Вообще, вот такого спрашиваешь, а что в той стороне, а что там? Все прозводят руками, пожимают плечами. И куда-то все идут. Один человек сказал, для здоровья, да, вроде как полезно? Да. Плющ. Какой плющ? Ага. А, вот. Да, вот. Плющ. Здесь реально тепло, я тоже разделся. Фух. У меня уже шея болит и голова кружится. Это не ступеньки, а паркур. Ирань кто-то занимается вырезанием по камням. О, Брянск. Ага. Держаться. Тут уже стерли поручень. Это самый опасный участок. Да. Смотри на меня. Веруня, ручку. Тихо, Вера. Капец, ты дернула. Ой, он не мог подняться. Настолько сильно. Много ущелья. Ого, сколько нам еще идти. Вон там кто-то лазил, что-то царапал. А потом еще подниматься надо. Андрей. Да, в ущелье мы тут с Надей гуляем. Ну, сейчас. Все, пойдем. А ты уже что, созвонился, договорился? Ой. Ну, короче, модель хорошая. HDR, CX. Ну, вот. Русалка, видишь? Ван, это долго. Вот, выходим. Блин, Я на дело такое, ты супер. Я сделаю.
Подниматься не надо теперь, мы спустились. О, объект культурного наследия даже. Ну красиво, да. Давай, может быть, отойдем, коллега. Ух ты, пух ты. Так пошли, там тоже интересно. Грязь. Как сюда КамАЗ доехал-то? Год. Там по-другому тут. Перевод. Сейчас я тебе покажу. Тетка какая-то. Водолечебница. Вода вкусная? Попробуйте. Да, мы сейчас на 21-й. Последний. А, подожди, ребята. А? Ну, вы тут огласили, я извиняюсь. Я хочу попробовать. Прямо с храма. Я смотрел, тут молодой парень. А он уже набирает 21-ю. Набирает, наверное, понравилось. Сейчас попробую. Что, невкусно? Такое, сейчас скажу, напоминает немножко эти черные в пиццу добавляют, как яйца. Оливки? Оливки, вот. Маслины. Маслины по запаху что-то напоминает. А ну, 21. У меня руки заняты просто. Тут жарко. А ну. Что? У нее запах. А ну да я попробую. Она сероводорода пахнет. Ужас. Ну реально потухло. Пахнет сероводородом. Не делай такое лицо.
Ну, с этой стороны больше очень, наверное, вкуснее. Пойдет. Вон он, твой Леха, вон он едет. Вон он. Можно. Мы чаще говорим нет детям. Но не в компьютерные игры. Вот Алиса. Минеральную воду Чайковская. Можно? Не раскручивать, не раскачивать. У меня находится под видеонаблюдением. Предупреждаю. Друзья, фраза дня. Вот так вот. Улицы тоже музей. Привет. А вы что тут делаете? А вы не родственники? Симпатяшка, олень. Есть эти барны. Там. Да. А тут источник есть горячие? На речке. Там бесплатно. Где, как? Дикая. Ну, дайте нам. Так, это гадкий утенок. Подрос. Вот он, подрос уже. Гадкий утенок. А это вот эта та курица, которая смеялась над ним. Теперь учится плавать. Вот, тут еще... На самом деле много куриц. А там источник был, его 100% дан. И вот он бил, представляете, туда люди идут, и там купаются. Естественно, это вот для санатория. И вот даже мне вчера сказали, что его залили. Но природа, интересная штука, она нашла выход в другом месте, немножко дальше. Метров 20, может, да? Угу. Пройти, там причал для катамаранов, вот так вот, прямо рядом с причалом для катамаранов. И источник нашел себе новый выход. Люди обложили его камнями. Ну и там вчера женщина пришла, типа, они пришла, мы там только... Рыба хоть есть-то? Угу. Да? Угу.
теремок-теремок. Он не низок, не высок. Совсем маленький такой теремочек. А вот это вот растение паразит на дереве. Вот так вот паразитирует, как пиявка. Кто где? О, драка. Было в горячей источнике, если вам водная резерва? Да, вот на этой водной резерве. Две посуды. Есть другой нюанс, видишь, еще лучше. Вот чем вечером была занята. Нет, давай. Она не давила вот так. Я еще с работы еще и укусит. Не кусает. И видно, что она разговаривает уже даже. Руками машет. Это называется сквер каменный цветок. А при чем тут каменные цветы, если они деревянные? Мы сейчас вот туда подойдем. Вот это течет красиво. Смотрится. Там, в этом каменном цветке. Сейчас они не цветут такой. Каменный ролик. Каменный цветок. Где каменный цветок? Ну вот это все, вот эта вся конструкция называется каменный цветок. Кстати, Леонардо да Винчи был не только художником, вот он еще был и философом. Вообще, науки, всякие штуки изучал. А это что это? Черепашка. Да, она уже взрослая. Черепашка. Наверное, он будет. Черепах. Там кусок хлеба кинули. Бубличек. Бубличек. Кто ему? Вон, головы торчат. Приходилось больше делать. Прям туйка как цветет или что это? А, как ягодки прямо. Хорошо. Если науки и основной. Это горячий источник. А что синий, не знаете? Сероводород, потому что все пигорские посмотрели, она там поражает, там больше концентрации. Я поначалу подумал, что спрашиваешь. Бонсай. На ролик самокат. Мы тут заблудимся с тобой. Но запомните, автобус стоит. Thank you.
как он так едет близко-близко, аж страшно. Да. На велосипеде по каналу. Куда очередь? Что мы тут делаем? Ну, сама не знаю. Гуляем, пока что гуляем. Парк очень огромный, за один день сказали его вообще не может пойти. Завезли. Спасибо. Нас бросили. Вот обещали забрать. Огоньки. Спасибо, да. А ну пойдем посмотрим. Мы там нигде не нашли туалета. В прошлый раз. О, а тут что-то глянь. Озеро, не озеро, речка, не речка. А, так это вот здесь? Ух ты! Ты знаешь, я тоже туда чуть не пошел. Я так смотрю, думаю, что-то подозрительное. А я хотела вот так вот пойти на две ступеньки. Но на две тут можно пойти. Дальше вода. Вот так вот. Зашел и пошел. Зеркальное море. Да. Парк Галицкого, друзья. Первый раз здесь. Говорят, он огромный. Но... Нас тут на часок высадили погулять. Интересно, что это? Каток, наверное, нет? Что это? Это не. О, Андрюха. Ух ты, ух ты. Пройдите, мы тут подождем. Паутине. Почему тогда интересно, почему вверх ногами? Спортсмены. Ты видишь, типа как в воде. Это надо, наверное, бежать, чтобы увидеть, как оно меняется, не? Интересно. Это сделано из сетки.
То есть на самом деле вот из такого материала все это сделано. Мы не в ту сторону пошли. А, ну, картина, видишь, отсюда туда развивается. Здесь что-то дерево какое-то. Это, наверное, теплица для него. А здесь осень. Это, наверное, летние деревья так вот укутывают. Тут там розовая подсветка, здесь видишь? Это, наверное, теплички для деревьев, которые боятся морозов. Так, их попрятали. А там вода, наверное. Да? Ну пойдем, по кругу пройдем. Зачем? Лучше подняться надо. Да. Ворота куда-то, да. Там где-то закрыто. Интересно, конечно. Жалко, что почти ничего не видно. Мы забрались только эта дорожка. Да. Вверху. Вот что, это лавочка сплошная? Угу. Точно там вон внизу что-то происходит.